Суд в подмосковном Серпухове арестовал Александра Семина, которого подозревают в зверской расправе над 5-летней девочкой. По версии следствия, он похитил ребенка на детской площадке и сначала удерживал у себя в квартире. В зале заседаний за избранием меры пресечения наблюдали десятки родственников и знакомых, убитой горем семьи. Были усилены меры безопасности. Сам подозреваемый на заседании молчал. Он отказался давать какие-либо показания. Этого страшного преступления могло и не быть, если бы полицейские отреагировали на сигналы местных жителей. Они обращались с просьбой проверить подозрительного соседа, но их жалобы остались без ответа. И даже после пропажи девочки соседи в один голос твердили, где ее могут удерживать. Тему продолжит Денис Восковский. Комментировать случившееся в полиции города Серпухов категорически отказываются. На первый взгляд выступать с окончательными заявлениями вроде бы рано. Ведь с тех пор, как задержали подозреваемого, прошло чуть больше суток. Но соседей убитой девочки интересуют не столько новости следствия, сколько предыстория трагедии. По словам жителей дома, обратить внимание полиции на подозрительное поведение 27-летнего Александра Семина они пытались еще год назад. Говорил, подойди ко мне, не бойся. Она убежала, рассказала маме. Мама пошла, написала заявление участковому, написала заявление в милицию. Никто не принял никаких мер, ему ничего не было. Когда 22 июля в этом тихом дворе исчезла маленькая девочка, соседи, не сговариваясь, указали на Семина. Но приехавшие по вызову полицейские к этой информации отнеслись скептически. Мы говорим, вы его проверьте. Они его повели туда, мы хотели за ним, нас не пустили туда. Вот и сказали, что проверили, дома все прекрасно, чисто, хорошо и ничего нет. Спустя всего несколько часов убийцу все же задержали, но спасти ребенка не удалось. Проведенная сегодня проверка подтвердила, заявление на Семина год назад действительно было, но его оставили без внимания. 6 июня 2017 года участковому было поручено проведение проверки по факту обращения местной жительницы о совершении Семиным в отношении дочери противоправных действий. Однако полицейские, понимая, что факт совершения на обслуживаемом им участке преступления в отношении малолетних является негативным показателем работы и не желая проводить всестороннюю объективную проверку, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Сейчас этот участковый уже уволен. Скорее всего, его ждет суд. По мнению специалистов, именно отказ возбуждения дела сформировал у преступника чувство безнаказанности, что и привело к гибели ребенка. Все-таки сотрудники, они должны немного болеть за свое дело. Они должны понимать, что от их действий, в том числе, зависит жизнь других людей. И это не только должен быть страх какой-то ответственности. Сегодня Серпуховский суд арестовал Александра Семина на 2 месяца. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве ребенка с отягчающими обстоятельствами. Если вина будет доказана, ему грозит серьезный тюремный срок, вплоть до пожизненного. Денис Восковский, Олег Добин, Андрей Лапидус, Вести, дежурная часть.